Меня зовут Юлия, я на миссии служу уже больше года, и после детских лагерей мы всегда проводим послелагерную работу с детками. Мы делаем подростковые лагеря, мы делаем миссионерские подростковые школы, также мы стараемся всех детей поздравить с Рождеством. В прошлое Рождество больше 1500 детей получили рождественские подарки, за что мы очень-очень благодарны нашим спонсорам, тем людям, которые поучаствовали в этом служении, потому что было очень приятно смотреть на детей, на их радостные лица, на сияющие глаза, на то, как они благодарили. И также этим Рождеством, которое будет, мы хотим поздравить деток, принести эту радостную весть о Господе, о Рождестве Иисуса Христа. И приглашаем вас, приезжайте к нам, мы будем очень рады вашей помощи.